170 стран, более 60 видов спорта. На протяжении более чем 70 лет Международная федерация студенческого спорта стоит во главе развития студенческого спорта, организуя спортивные соревнования, культурные мероприятия и образовательные программы. ФИСУ известна главным образом проведением спортивных соревнований международного уровня, таких как универсиады и студенческие чемпионаты мира. Принимать участие в соревнованиях ФИСУ могут студенты в возрасте от 17 до 25 лет. Летние универсиады позволяют 10 тысячам студентам-спортсменам со всего мира соревноваться в основных видах спорта, таких как легкая атлетика, гимнастика, баскетбол и плавание. Зимние универсиады собирают более 2500 участников из более чем 50 стран. Это крупнейшие соревнования в зимних видах спорта для студентов-спортсменов. ФИСУ Универсиады – это глобальное мероприятие, которое транслируется на более чем 100 телевизионных каналах по всему миру. В четные годы ФИСУ проводит студенческие чемпионаты мира в разных странах. В 2018 году состоится 34 чемпионата в 34 разных городах по различным спортивным дисциплинам, включая карате, бейсбол, шахматы, борьбу и парусный спорт. Поскольку мы стремимся быть на волне современных тенденций в спорте, Всемирная студенческая лига представит новую концепцию соревнований между университетскими командами вместо национальных команд. Образование является ключевым элементом студенческого спорта. Каждые соревнования включают образовательные и культурные аспекты под единым слоганом ФИСУ «Совершенство тела и духа». Всемирные конференции ФИСУ, форумы и семинары дают студентам, молодым руководителям и ученым возможность обмениваться идеями, как сделать мир лучше посредством спорта. ФИСУ также содействует продвижению гендерного равенства в сотрудничестве с Советом Европы и Международной рабочей группой, работающей над темой женщины и спорт. На этом уровне очень важно спортивное поведение. Чтобы обеспечить чистоту спортивных соревнований, ФИСУ тесно сотрудничает со Всемирным антидопинговым агентством. Совместными усилиями мы разработали электронный учебник, информирующий спортсменов и тренеров об опасностях допинга. Летние универсиады дают возможность молодым журналистам пройти уникальную практику. Программа юных репортеров дает 12 кандидатам из 5 континентов полный доступ к спортивным объектам. С 1949 года ФИСУ занимается развитием студенческого спорта, чтобы вырастить завтрашних лидеров. Эти усилия были отмечены ЮНЕСКО, которая подтвердила значимость студенческого спорта как средства образования, объявив 20 сентября Днем студенческого спорта. Десятки стран по всему миру впервые отпраздновали этот день в 2016 году. This is a very special moment for FISU, the International University Sport Federation. For more than 60 years, we have been promoting the values and benefits of university sports around the world. Образовательные, культурные и спортивные мероприятия прошли в этот день в Китае, Ливане, Непале, ЮАР, Франции, Аргентине, Коста-Рике, Канаде, России и многих других странах. Фестивали в движении, состоявшиеся в Австралии, Норвегии и Швейцарии, были также частью этих празднований. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своем обращении отметила социальную роль университетов, которые мотивируют людей регулярно заниматься спортом. Каждый год того же самого дня люди по всему миру будут собираться, чтобы вместе с ФИСУ почувствовать значимость студенческого спорта. Присоединяйтесь к нам 20 сентября, Международный день студенческого спорта. ФИСУ. Звезды сегодня, лидеры завтра.